496 участков для голосования начали работу в Западно-Казахстанской области. Ожидается, что в референдуме примут участие свыше 400 тысяч жителей региона. Как проходит процесс голосования в регионе, расскажет Альбина Кумаргалиева. В 7 утра распахнул свои двери участок для голосования номер 521. Он расположен в стенах IT-колледжа. Несмотря на ранний час, жители региона активно проявляют свою гражданскую позицию и приходят, чтобы проголосовать. Одним из первых заполнил бюллетень аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Сегодня происходит одно из важнейших социально-политических событий в нашей стране. Участие в общенациональном референдуме – это важный шаг, позволяющий гражданам напрямую участвовать в принятии решений, которые могут существенно повлиять на будущее страны. Надеюсь, западно-казахстанцы сегодня будут активны. Впервые правом отдать свой голос воспользовалась 20-летняя студентка Западно-Казахстанского университета Тамириса Абикешева. К участию в референдуме девушка относится позитивно. Считает, что принимать участие в общественной жизни страны должен каждый казахстанец. За 20 лет жизни я уже в первый раз проголосовала и считаю, что это наш долг. Мы должны обязательно поддерживать и участвовать в таких вот организациях, мероприятиях. На этом участке зарегистрированы 2800 человек. В основном это жители микрорайона Самалы и дачных массивов, а также сотрудники стратегических учреждений. По словам председателя участковой комиссии Айнаш Махметовой, горожане стремятся высказать свое мнение. Количество избирателей у нас наблюдается очень много. Люди активно голосуют. Всего в регионе к работе приступили 496 участков, где смогут проголосовать 444 тысячи человек. Работают 13 колл-центров, а также единая диспетчерская служба 109. Альбина Кумаргалиева, Булат Джалгасов, Эльдар Аюпов, 24 KZ, Уральск.